Брошена? Использовать эту способность. Сейчас. Кто портит вечеринку? Ух-ха! У-ху-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху-ху! Моя ух! Тебя в духе ждать! У-ху-ху-ху-ху! Начинается движуха! Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Достаю слишком далеко. Сейчас. Надо подождать. Не сейчас. Слишком далеко. Я не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Использовать эту способность. И сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Что они делают с нашими хмелементалями? Надо подождать. Эй, ты!
Это наши. Летающие. Я пока не могу использовать эту еще кружечку. О, прямо сейчас? Пока я не начал хвалить эту группу. Почти готово. Еще щепоточку. Ой! Слишком далеко. Надо подождать. Горчит. Капельку меда, стебель сахарного тростника и, может, немного кукурузы. Да, кукуруза не помешает. Надо подождать. Но сейчас не достаю. Слишком. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. У меня нет цели. Да, да, да. Нет, нет, нет. Да, нет. Еще перца. Нужно подойти поближе. Когда я почти у цели, меня уже ничто не остановит. Просто не буду на него смотреть. Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас. Неужели получилось?
получилось! Какой изысканный вкус! Это идеальный напиток! Все в округе снова будут славить имя буйного портера! Дядюшка Гао, ты должен был присматривать за пивоварней. Что ты наделал? А, снова ты. Ты разве не видишь? Я восстановил наше доброе имя. Я сварил идеальное пиво. Пусть твой путь будет.